спектакль «Спящая красавица» с триумфом прошел в столице Корейской Народно-Демократической Республики, городе Пхеньяне. Губернатор Приморского края подчеркнул, что гастроли – это большой праздник для всех любителей русской культуры и искусства балета. В ходе своего визита в Приморский край в прошлом году наш высокий гость, товарищ Ким Чен Ин, посетил балет «Спящая красавица» и был впечатлен мастерством наших артистов. И сегодня у нас есть уникальная возможность увидеть невероятной красоты балет в исполнении артистов приморской сцены Мариинского театра. На сцене художественного театра «Мансудэ» представление состоялось при полном аншлаге. Показ балета «Спящая красавица» завершился бурными овациями. Олег Кожемяка выразил благодарность артистам за кулисами. Вы действительно показали настоящий русский балет, которого здесь много лет не было. Здесь были представители, в том числе нашего дипломатического корпуса. Здесь были люди, которые понимают, разбираются в культуре и в балете. Нас всех переполняли чувства восхищения, волнения, тревоги и радости от ваших выступлений. Спасибо вам за такой праздник, который вы подарили нам. Гастроли приморской сцены Мариинского театра стали важной частью официального визита делегации Приморского края в Корейскую Народно-Демократическую Республику, ключевая цель которого – укрепление и развитие гуманитарных связей между территориями. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.